книга с победой. Поздравляем вас с выходом в финал Кубка Харламова. Что скажете об этой встрече сегодня с химиком? Ну, встреча была очень тяжелой. Все настраивались как на самый последний бой. Нам нельзя было возить эту серию туда. Хотя соперники уже продавали билеты на тот матч. Нас это очень сильно задело, и мы очень хотели им доказать то, что это был очень плохой поступок с их стороны. Что касается всей серии с химиком, интересно, Красная Армия успела достижение, выиграла 4 матча, и во всех матчах это волевые победы, во всех матчах вы отыгрывались. Как ты в целом серию прокомментируешь? Ну, серия тоже очень тяжелая, В двух первых играх могли выиграть как они, так и мы. Там была равная игра. Но когда мы приехали сюда, я считаю, что у них не было шансов вообще. Потому что мы их давили всю игру вчера, они забили какой-то нелепый гол. Слава богу, отыгрались, но подфартило. Заслуженные победы. Впереди финал, будете играть с командой с Востока. В этом году в регулярке Красная Армия успешно играла с командами с Востока. Что ты ожидаешь от финала? Неважно, толпа это будут или лисы, какие будут игры? Но финал будет очень напряженный. Будет максимум в играх, наверное, шайбы 3-4. И каждый будет биться, не знаю, как за что. Наверное, как самое главное в жизни? Ну да, но для меня это будет самый главный матч в жизни моей. Я ничего такого подобного не выиграл никогда.